Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Мы рады нашей новой встрече с вами. И сегодня мы с вами продолжим разговор, начатый в прошлой передаче. Продолжим говорить о стилях родительского воспитания. В передаче принимает участие монахиня Нина из Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божией Матери Спарительница Хлебов, кандидат психологических наук. Здравствуйте, мать Нина! Здравствуйте, мир вашему дому! Вот есть другой стиль поведения, о котором тоже хотела сказать. Этот стиль, он называется попустительский стиль. Здесь другая крайность. Если авторитарный стиль, это там жесткий контроль, ни шага без контроля, иначе будет хуже, то здесь попустительский стиль, наоборот, полная вседозволенность. Казалось бы, ну вот замечательно. Ребенок находится в идеальной ситуации. Вот он взрослеет, ждет этой свободы, самостоятельности, а тут ему вот полностью вся свобода доставлена. Но какая здесь крайность? Здесь крайность в том, что попустительский стиль, что для него характерно, что было понятно. Попустительский стиль — это когда ребенку решают делать все, что он захочет. Родители живут своей жизнью, ребенок предоставлен сам себе. И родители включаются только тогда, когда произошло что-то очень неприятное, какая-то вот чрезвычайная ситуация произошла. Вот тогда они, оставляя свои дела, поворачивают свой взгляд в сторону ребенка и начинают уже справляться с этой проблемой. Причем справляться могут очень жестко, вплоть до очень жестких выговоров и вплоть до того, что даже физические меры наказания могут быть. Когда ситуация выровнялась, они опять начинают жить каждый сам по себе. Родители сами по себе. Ребенок сам по себе. К чему это приводит, такой стиль? Есть две причины взаимоотношений таких семей. Одна причина — это когда родители слишком балуют своего ребенка. То есть они — это вседозвольность из-за... Неправильного понимания любви. Из-за неправильного понимания любви. Совершенно верно. Они растят эгоиста. Эгоиста, который через некоторое время начинает требовать, чтобы все было, как он сказал. Я сказал, и я требую. И я вас не оставлю в покое, пока вы мое требование не выполните. То есть растет ребенок эгоист и ребенок манипулятор. Он, пока вы занимались своими делами, он четко пытался понять, как в этой ситуации выжить. Выжить. Потому что в семье нет любви. У него, у такого ребенка часто возникает вопрос, вообще любят ли они меня? Вот родители заняты своими проблемами, своими разговорами, там друг с другом, или телевизор смотрят, или там с друзьями, с подругами по телефону разговаривают. А он-то где? В их жизни. Любят они его или не любят? У ребенка возникает очень большой вопрос. Нужен ли он в этой семье вообще? Так вот, в такой семье, попустительской семье, ребенок вырастает либо эгоистом, конфликтным, потому что конфликтность обязательно связана с эгоизмом. Он начинает требовать: я так сказал, и я так хочу. Либо ребенок начинает чувствовать, что он просто не нужен, его не любят, всегда не до него. И очень часто он начинает вести себя так, чтобы родители, наконец, оставили свои дела и посмотрели в его сторону. И если он понимает, что в его сторону смотрит только тогда, когда он что-то сделал плохое, он и начинает делать это плохое. Без конца. Потому что это единственный способ поддержать внимание к себе. Знаю такой случай, когда ребенок, подросток, сказал, с болью сказал, что родители обратили на меня внимание только тогда, когда он ввязался в дворовую компанию. Семья была на грани развода, родители все время выясняли отношения друг с другом, они все время хотели разводиться, то сходиться, все это бурно очень обсуждалось, и они объединялись только тогда, когда с ребенком происходили какие-то проблемы. Вот тогда опять друг с другом они не ссорились, они бросались на выручку, если он заболел, все оставлялось его, чтобы он вылечил, если он попал в компанию, все дело, чтобы его из этой компании дурной вытащить, они объединялись. Как только он вздыхал спокойно, все, счастье в семье, они тоже начинали ссориться и выяснять друг с другом отношения. К чему это приводит? Последите за собой. За собой. Здесь тоже страсти. Здесь тоже родительские страсти, которые бьют по ребенку. И ребенок в этом случае, он кричит от боли. Сам кричит от боли.
Я не хочу сказать, что здесь вся причина может быть только в родителях. Справедливости ради хочу сказать, я говорила, мы уже об этом в прошлых передачах, что есть возрастные болевые такие моменты, о которых он говорил, например, профессор Филонов Лев Борисович, что в подростковом возрасте есть поиск пределов допустимого, что они как бы ищут границы допустимого. Они бросаются в такие операции крайне опасные именно для того, чтобы почувствовать вот эту вот грань, что можно и что нельзя. Но и проблема такого стиля взаимоотношения попустительского, что нормы-то размыты. В авторитарном проблема в том, что эти нормы настолько жесткие, что там не вдохнуть, не выдохнуть, там света нет. Там темница сплошная, не дается выбора для собственных действий. Здесь же проблема, то, что как это в безвоздушном пространстве, непонятно, где верх, где низ, где потолок, где стены, никаких ограничений. Ребенка тогда начинает кувыркать во все стороны. Он ищет этот предел допустимого, и он его найти не может. Это вы знаете, вот вы сейчас рассказывали, я вспомнила, в свое время читала такое хорошее высказывание, но мне понравилось. Подросток, его можно представить как спутником, который идет по дороге. Но самое главное, что ему важно, чтобы он видел, вот слева и справа есть бордюр. Дорога широкая, но он знает, что слева и справа бордюр есть, и он никуда там не свалится. И вот здесь вот получается ведь то же самое, что хотя вот у нас сейчас очень много пропагандируют, что вот дети все знают, лучше нас, взрослых, как им нужно себя вести. То есть это как бы вот внедряется так. А в любом случае получается, что подростку, даже вот при всем его желании быть свободным, все равно требуется, он на внутреннем-то уровне ведь хочет, чтобы были какие-то границы, чтобы хоть кто-то ему указал, вот, что можно делать, что нельзя. Так получается? Так, да? Однозначно. Но нужно правильно уметь их предъявлять. И вот тут мы подходим к третьему стилю, который очень важен, который очень важно понять, как нужно себя вести с подростком и вообще с ребенком, что говорят ученые и что говорят святые отцы. А оказывается, о том, что необходим именно авторитетный стиль взаимоотношений с ребенком. Об этом говорили всегда старцы. Всегда они говорили именно так. Просто они не называли вот этого слова, которое вот назвал ученый. Но речь идет об одном и том же. Дело в том, что ребенок должен сохранить уважительное отношение к своим родителям. Но мы не можем требовать этого. Ты меня уважай. Я сказал, и ты меня уважай. Так ведет себя авторитарный родитель. Авторитетный стиль. Что для него характерно? Как вот ведут себя люди с этим стилем? Авторитетные родители, они тоже предъявляют требования обязательно, однозначно. И требования не меняются, они остаются постоянными. Они не зависят от капризов ребенка. Но эти требования, они объясняются. Объясняется смысл этих требований. Это делается для того, чтобы у ребенка выработался внутренний план контроля за своим поведением. Вот если авторитарные родители, они просто сами контролируют ребенка. Здесь же эти люди, они готовят своего ребенка к взрослой жизни. Им далеко не безразлично, что станет с этим ребенком, когда он уедет в другой город, или когда они от старости уже умрут, или ну всякое в жизни может произойти, когда ребенок останется один в этом взрослом мире. И они к этой взрослой жизни ребенка начинают готовить. Но готовить как? Они учат его самостоятельности и ответственности. Они учат его быть ответственным в своих поступках, отвечать за свой выбор. Если верующая семья, это делается через понимание Бога, что, ты понимаешь, взрослых можно обмануть, друзей можно обмануть, мы люди все, мы можем быть очень доверчивым, мы просто тебя любим, мы тебе верим, мы тебе доверяем. Есть Бог, Он любит нас всех, но Он знает все, Он даже намерения сердца знает. Как ты можешь ему соврать? Кроме того, мы за все дадим ответ. То есть в данном случае ребенок должен понимать тоже, что мера ответственности — это не на уровне запугивания, а мера в том, чтобы Бог есть любовь. Мы можем соврать другому человеку ради того, чтобы не причинять ему боль, но совесть мучает, потому что ложь остается ложь. Это грех. Если мы ведем себя неправильно, мы обижаем Бога. Мы причиняем боль, потому что это не послушание. И все равно мы за это дадим ответ. Ребенок, если из верующей семьи, он начинает понимать, что слушаться — это находиться в послушании и у Бога, и у родителей. Потому что это заповедь — нести послушание.
своим родителям. И что если мы не слушаемся, то обязательно будет проблема, обязательно будет боль. Для того, чтобы мы убедились, что слушаться-то надо. Родители любят, и они желают добра. Еще есть такая особенность. Авторитетные родители, они учат ребенка задумываться над последствиями своего выбора. Но обсуждать нужно уметь. Ребенок, если он воспитывается авторитетными родителями, если какая-то проблема, то родители, когда почувствуют, что ребенок может говорить, они ему могут сказать: «Слушай, я вижу, у тебя что-то произошло. Мне тоже очень нелегко смотреть, как ты переживаешь. Я тебе могу чем-то помочь?» Вот в этой ситуации, когда ребенок чувствует поддержку, он может совершенно спокойно пойти на этот разговор. Если авторитарный родитель, он в этой ситуации ведет себя совсем по-другому. Он начинает говорить: «Так, что у тебя произошло? Ты мне скажи, ты мне должен сказать. Я требую, чтобы ты мне сказал. Лучше скажи мне прямо, лучше скажи мне в глаза». Он вытягивает эту беседу, вытягивает очень жестко, очень агрессивно, очень властно. Он ломает, он опять ломает его своими страстями. Что происходит? Такой ребенок, он в конце концов подчиняется требованию родителя. Он садится, он начинает разговаривать. Но либо в ответ он начинает дерзить, он начинает говорить всякие гадости. Он как вот ежик колючки выставляет, что вот попробуйте меня, ударьте. Одни колючки. Он начинает в ответ огрызаться для того, чтобы его оставили в покое. Либо он сидит и молчит, и он внешне подчинился, но внутренне он закрылся на все засовы. Он просто ждет того момента, чтобы от него, наконец, отстали. Разговора не происходит. Это просто пустая трата времени, даже не пустая, это во вред. Это во вред и ребенку, потому что он озлобляется, и во вред родителям, потому что они тоже изматываются. Так вот, авторитетный родитель, он пытается оказать помощь. Он пытается помочь ребенку разобраться в своем поведении и правильно проанализировать эту ситуацию. Не он анализирует за него, а он начинает его обучать, как нужно анализировать свое поведение. Он говорит: «А как ты думаешь, почему это произошло? Давай подумаем. А что можно было бы сделать? Как ты считаешь? Я думаю вот так, а ты как думаешь?» То есть это диалог, это поддержка. Ребенок это очень ценит. Когда нет насилия, когда в его душу не вламываются, а когда есть любовь, это любовь очень тактичная, очень согревающая, оберегающая. Когда есть сильный взрослый, который уже это прошел, и этот взрослый любит, и этот взрослый помогает, не бьет по щекам, как авторитарный родитель. Эмоционально бьет по щекам, не обязательно физически, а эмоционально наносит удары. «Ты такой, 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 опять ты меня огорчил, опять одни проблемы, проблемы, и ты еще на мою голову». Нет, этот авторитетный родитель, он ведет себя по-другому. Он учит внутреннему самоконтролю. Еще другая особенность есть в таких семьях. Эти родители, они умеют не только ругать, наказывать, но они умеют еще хвалить, поддерживать. Они умеют выражать свою любовь. Это очень нужно, потому что в семье очень важно, что есть другой человек, который понимает и поддержит в любой ситуации. У одного вот устало, сил нет, рядом подходит другой и поддержит. Это вот как свечки. Одна гаснет, а другая горит ярко, подходит, и часть своего тепла дает другой свечке. И она опять, эта свечка зажглась, и две свечи горят рядом, и в семье становится светлее. Третья сейчас вот свечка начинает гаснуть, там чадить, коптить, вот она вот сейчас загаснет. Подошли вместе, согрели. И так это все идет в семье. Так вот, в авторитетные, когда авторитетный стиль воспитания, это делает и мама, и папа. Поддержать, дать часть любви своей. Не надо захваливать, не надо ставить на пьедесталы и там восторгаться, но доброе слово сказать, поддержать взглядом, поддержать улыбкой, поддержать, ну, просто тем, что встать рядом и просто сказать: «Ты знаешь, я так рад, что ты справился с собой. Я так рад, что я видел, как тебе было страшно, но ты справился с собой, у тебя это получилось. Я очень рад». Это очень нужно любому человеку, и подростку тем более, потому что он взрослеет, он хочет быть взрослым, но он прекрасно понимает внутри себя, что у него пока это не получается. Еще есть такая особенность очень важная в общении с подростком у авторитетных родителей. Они тоже
любя своего ребенка, пытается его контролировать. Но они контролируют его совсем по-другому. Вот если взять конкретную ситуацию, например, ребенок, подросток, собирается на улицу, а на улице холодно, прохладно достаточно. А вот подросток, он начинает выходить и не берет с собой куртку. Как себя вести? Если авторитарный стиль, то поведение будет примерно такое. Родитель начинает жестко требовать, чтобы ребенок, подросток его, одел куртку. Говорить очень жестко. Ты что, не видел, что ли, что на улице холодно? Видел. Почему не одеваешь куртку? Ребенок, подросток говорит, да я не хочу, мне тепло. Я сказала, одень. Он говорит, да не буду. Я тебе говорю, ты оденешь или ты никуда не пойдешь. Подросток говорит, да не буду я. Он говорит, ну значит не пойдешь, все, разговор закончен, двери закрыты, никуда ты не идешь. Вы знаете, подросток вспыхивает, бросает эту куртку, начинается скандал, или он убегает в свою комнату, закрывает дверь, либо начинается крик. Ну и кому от этого лучше? Как ведут себя родители, если вот у них стиль воспитания авторитетный? Видят, что начинает выходить, куртку не одел. В этом случае он не зависает над этой ситуацией, но он говорит. Он говорит, знаешь, на улице очень холодно, поэтому если ты замерзнешь, пожалуйста, вернись, одень курточку. Все, та же самая ситуация, но подросток, видя, что его любят, что беспокоятся за него, но беспокоятся не агрессивно, а очень сострадательно, либо он сам спокойно возьмет эту куртку и оденет, либо он уйдет, но очень скоро он вернется и совершенно спокойно, без всякого скандала, возьмет эту куртку и уйдет, уже одевшись в эту куртку. И получается, что мы повели себя по-другому, и подросток ведет себя по-другому, и нет конфликта, нет скандала. Все очень просто. И кроме того, в этой ситуации не просто нет скандала, а ребенок учится терпению, милосердию, и учится отвечать за свои поступки. То есть и получается, что в этой простой ситуации, ну, мы помогаем своему ребенку взрослеть. И здесь опять-таки причина в чем? Причина в том, как родители сами себя ведут. И причина все-таки еще в том, что надо следить и за собой, за своей страстностью. И если даже вот очень ситуация беспокоит, не уходить в эмоции, не уходить в нажим, не уходить в авторитарность, в гордыню, я сказал, и ты будешь делать, а научиться самому быть таким, как должен быть православный человек. Воспитывать всегда трудно, всем, всем трудно. Мы все совершаем ошибки, набиваем шишки. И получается, что так, что и хотели повести себя правильно, а сорвались, страсти помешали. Что делать? Не отчаиваться. Ни в коем случае не отчаиваться. Бог есть любовь. Главное – самому взрослеть, как родителю, работать над своими страстями и жевать из себя вот этот ветхого человека, грязь из себя вот это вот вычищать с помощью Божией, подойти на исповедь, покаяться, попросить совета у батюшки. Ну вот как делать? Я хочу, а вот у меня не получается. Работать над собой и постараться, чтобы ребенок не просто воспитывался, а чтобы и он научился. Очень важно, чтобы за словом «воспитание» не скрылось слово «морализаторство». Для ребенка очень важно не просто, чтобы говорились добрые слова, а важно, чтобы он сердцем чувствовал нашу любовь. Сердцем чувствовал. Вот поэтому я и желаю тем семьям, в которых растут подростки, чтобы в ваших семьях все чувствовали эту любовь друг к другу. Я желаю вам любви в ваших семьях и желаю вам духовного взросления. Это так необходимо нам всем, всем. И взрослым взрослеть как родителям, и детям взрослеть, выходить из детства и входить в этот удивительный мир взрослых. Спасибо, Господи.